Всем доброго дня, меня зовут Надежда, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу пряжу и расскажу о процессах, которые я планирую вязать из этой пряжи в совместном проекте, который называется «Связать до Нового года». Организовала его Настя, канал вязания «Ярнашка», если я правильно называю канал. Вот. Данный опыт участия в совместном проекте для меня новый, скажем так. Я раньше в проектах подобного плана не участвовала, и поэтому для меня это немножко волнительно и необычно. Вот, и сегодня пойдет речь о пряже, да, я покажу пряжу и расскажу немножко о том, что я буду из этой пряжи вязать. В руках сейчас у меня хлопок Ланоса. Вот. Я купила, сейчас у меня на столе два моточка, но всего у меня упаковка, таких 5 штук, 500 грамм. Это хлопок, 800 грамм, 800 метров на 100 грамм, турецкий. Вот. Покупала я его впервые, скажем так, да, даже не 800 грамм метров, а 850 метров на 100 грамм. Буду работать впервые с таким хлопком, с таким метражом. Так что проект не только для меня, проект новый, но и новая пряжа для меня, да. И из этой упаковки я буду для себя вязать кофту на пуговках, на такую, на теплую весну и на прохладное лето, когда можно будет ее одеть уже без ветровки, да, когда в летнее время года накинуть на плечи или на теплую весну. Я хотела, покупала эту пряжу еще по лету, в начале лета, хотела связать его на лето, но у меня в связи со сложившимися, скажем, обстоятельствами у меня не получилось. И вот теперь буду вязать ее сейчас. Ну, я думаю, к весне, чтобы она у меня уже была готова к весне. Вот, буду вязать ее в этом проекте. Этот проект еще немножко для меня будет стимулом таким, да, чтобы связать что-то себе, потому что для себя у меня последнее время руки не доходят. Вот, у меня будет такая вот, ну, не такая вот кофта, а кофта из такой вот пряжи. Вот. Дальше, что я покажу. Это у меня вот такой моточек Alize Angora Gold Simli с блескучкой. 500 метров на 100 грамм. Взяла я его на ажурные носочки. Хочу сделать себе, опять же, такие носочки тонкие в обувь. На, скажем так, когда на межсезонье большей части, когда еще в зимней обуви жарко вроде бы, а в осенней уже прохладно. Вот на такой вот период мне они нужны. Ну и, как я говорю, что у меня для себя не дошли руки. Вот. Вот такой моточек у меня будут ажурные носочки. Хочу себе из Симли с блескучкой. Я не помню где, кого, но я видела уже варианты, да, и мне очень понравилось, я загорелась, вот хочу, возможно, вот не знаю, единственное по высоте, то высокие они будут или не очень, вот я еще не определилась с самой с высотой вот этого поголенка, как бы так, будем вязать. Следующее, что у меня есть, это два моточка вот такой вот пряжицы. Это ареола, пряжа для ручного вязания. Здесь у меня 385 метров на 50 грамм. В составе 25% альпака, 25% шерсть, 49% полиакрил. Пряжа куплена уже давно у меня, еще, наверное, зимой прошлой или прошлой осенью. Вот. Это мой единственный такой запасик, который лежит у меня давно. И опять же таки брала я их на ажурные носочки. Вот. И вот в проекте я планирую их связать для себя опять же таки.
поскольку пряжу я покупала давно, говорят, что не знаю, насколько правда, неправда, фабрику Ореола Бобруйскую закрыли. И очень жаль, пряжа была качественной, хорошей, и жаль, что ее закрыли, в общем. Девчонки, если вы знаете похожего качества пряжу, ну, фабрику, да, которая производит нечто подобное, типа Ореолы, которая по цене бюджетная, доступная и по качеству неплохая, посоветуйте мне, пожалуйста, в комментариях, я буду вам очень признательна. Вот. Вот это у меня будет, опять же, такие носочки вот на две голубенькие и блескучка. Две пары носков у меня будет вязаться в проекте. Дальше что? Дальше есть... Я покупала два мотка, опять же, таки Симли. Вот, да, люблю я блескучку. Тоже 500 метров на 100 грамм. Это я брала, два мотка брала специально на снуд. Точнее, не снуд, а хочу с него вязать бактус. Вот. Это будет у меня бактус. И еще я хочу докупить такой же моток. Я хотела изначально вязать просто бактус без комплекта, да? А теперь я понимаю, что я хочу связать к нему либо шапочку к бактусу, либо беретик. И я хочу докупить еще такой моточек и связать что-то полноценное на межсезонье в одну ниточку, возможно. Шапочку и этот бактус, да? Вот, теперь я понимаю, что я хочу комплект. Вот, вот эти изделия я планирую вязать в совместном проекте. Связать до Нового года. Вот из этой пряжи. Также я хочу сделать пару мастер-классов по слиткам. Единственное, что я не определилась пока с пряжей. Вот, девочки. Определюсь с пряжей, наверное, куплю по моточку и будут еще два мастер-класса вязаться параллельно. Две пары слитков будут вязаться, когда я определюсь с пряжей. И будут сниматься видеоуроки, мастер-классы по слиточкам. По двум парам слитков. По двум моделям, да? Вот. Вот такие вот у меня планы на этот проект. Спасибо большое организатору Насте за этот проект, который даст мне возможность попробовать поучаствовать в подобном проекте, попробовать свои силы, скажем так, рассказать о себе немножко, да.